Он способен перебрасывать до 60 тонн груза на расстоянии до 4000 километров. Ульяновские авиастроители завершили работу над новым тяжелым транспортником Ил-76МД-90А. Специалисты летно-испытательной станции «Авиастар СП» начали процедуру наземной отработки самолета. Все работы выполнены в полном объеме. Значит, и мы передаем коллективам АО «Авиастар СП» самолет на наземные летные испытания по этапу ЛИСа. Главный заказчик воздушного судна – Минобороны Российской Федерации. Поэтому после проведения испытаний и окраски в ливрею Минобороны воздушное судно пополнит авиационный полк ВТА, базирующийся в Ульяновске. Ил-76МД-90А обладает улучшенными характеристиками по сравнению с его предшественниками. Модернизированная версия имеет малошумные двигатели, а современная стеклянная кабина позволяет упростить работу экипажа при выполнении поставленных стратегических задач. Тем временем на авиазаводе в сборке находится еще 10 самолетов. Судно сдадут в этом и в следующем году.